Мы знаем, что они меняют крипту на пушки. Руки на голову! Я делаю все ради своей семьи. В ФБР наш криптокошелек. Думал, я не узнаю, что ты меня подставил. Грехи отца падают на детей. Два часа, чтобы принести жесткий диск. USB. Единственное, что держит часы тикающими. Ты у меня берешь, я у тебя беру. Скажи, что мне делать? Нас превзойдут в вооружении. Все, что нужно, у меня есть. MP5, замки, глушаки, гранаты. Нужны инструкции, парни. Мы в порядке. Они меня спасут. Они тебя убьют. Два брата. Вся эта история про Каина и Авеля. Я один из них. В этом-то и суть.